Всем привет! Сегодня последний день осени, можно сказать, уже настоящий зимний день, и мы решили погулять по зимнему лесу. Гуляя по лесу, мы случайно набрели на какой-то заброшенный объект, и сейчас мы попробуем попасть внутрь и посмотреть. Мы нашли проход на территорию, и сейчас мы пройдемся и посмотрим, что там внутри есть интересного. Судя по всему, это была турбаза, и заброшена она достаточно давно. Издалека мы видим домики, и сейчас подойдем к ним поближе. Мы решили обойти все домики. Мы видим, что они заперты, и внутрь войти нам не удастся.
Здесь мы набрели на беседку, на которой написано «Место для курения». В беседке мы нашли тетрадку и старый справочник. Прямо перед нами дачка с чердаком. К сожалению, внутрь заглянуть нам не удастся, потому что мешают занавески. На каждом домике есть оборудованный щит, где раньше находился противопожарный инвентарь. В этом домике нам удалось заглянуть через окошко на веранду. Здесь мы видим приспособление типа умывальника и даже есть мыльница. Вот мы подошли еще к одной дачке. К сожалению, она тоже заперта. И мы сможем осмотреть ее только снаружи.
Посмотрите, какой красивый домик. К сожалению, он, как и все остальные домики, заперт. И внутрь войти нам не удастся. Это самый большой корпус на всей территории турбазы с двумя входами. К сожалению, мы не знаем, что здесь находилось, и можем об этом только догадываться. А на этот домик упало дерево и проломило крышу. Но зато, кажется, мне удастся войти внутрь. Thank you.
А вот сооружение очень похожее на баню. В этом сарае, видимо, хранились дрова. А за ним мы видим летний душ. Мы погуляли по зимнему лесу, раскраснелись, вообще замечательно провели время и выходили совершенно с другой стороны. Здесь мы набрели на старые ворота, на которых написано, что это был за объект. Если вам понравилось это видео, смотрите другие наши видео на нашем канале. С вас подписка и лайк. Всем пока-пока.